Привет! Сегодня, по многочисленным просьбам нескольких человек, я решил узнать, а что же будет, если на дешевую гитару поставить дорогие звукосниматели? И вы, конечно же, вспомнили, что это делал уже всем известный Александр Пушной, а за ним повторил просто кто угодно. Но, во-первых, это будут две совершенно одинаковые по конструкции внешнему виду гитары. Во-вторых, они находятся в совершенно разных ценовых категориях. Ну, то есть, наверное, понятно, что это не два гипса. Ну и самое главное, я проверю, а как будет звучать хорошая гитара с самыми, что ни на есть, дешевыми звукоснимателями. Ведь все так любят срач по поводу того, влияет ли дерево на звук. Так вот теперь мы узнаем, будет ли гитара звучать лучше только за счет более качественного дерева. Методика обычная. Играем на разных комбинациях звукоснимателей и пытаемся услышать разницу. Под номером один у нас представлен китайский Strat из Ашана стоимостью на момент покупки порядка 2000 рублей. Под номером 2 это обычный стандартный американский Fender стоимостью порядка 120 тысяч рублей. Сперва мы послушаем, как оба инструмента звучат в стоке. По-моему, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что Fender звучит гораздо лучше, чем гитара из Ашана. Так что давайте попробуем поменяться звукоснимателями и узнать, что же изменится. По-моему, проще поменять пикгард целиком. По-моему, звучание гитары просто кардинально преобразилось. Давайте проверим, как чувствует себя Fender. Звук однозначно стал другим. Но вот вопрос, будет ли эта гитара с дешевыми звукоснимателями звучать лучше, чем дешевая гитара с этими же дешевыми звукоснимателями, а? Как вы думаете? Для наглядности мы записали все комбинации звучков и гитар, и теперь я могу поставить их в склейку. Давайте вместе послушаем и попробуем услышать разницу. Ваша гитара сломалась и совершенно потеряла голову? Или вы хотите установить новый звукосниматель, но не знаете как? Гриф вашей гитары внезапно сломался, а фон стал таким сильным, что играть просто невозможно? Или гитара просто стала странно себя вести, и вы не знаете, что делать? А ремонт гитарных мастерских очень дорог. Выход есть. Moss Customs. Качество. Во! Ссылка в описании, а также вот здесь еще. We'll be right back.
Ну что, услышали разницу? Или не услышали? Какой вывод? Для себя вывод сделал однозначно. Звучки решают. Но есть несколько но. Ставить их нужно все-таки не на гитару за 2000 рублей. Данный конкретный экземпляр, ну, просто не очень приятно держать в руках. У нее неровный санбёрст, криво стоят колки, которые люфтят. Даже анкер работает плохо, поэтому струны высоко и играть неудобно. А вот если взять какого-нибудь середнячка и модернизировать под себя, то смысл, пожалуй, есть. Звучать будет не намного хуже, чем гитара гораздо более высокой ценовой категории. Ну а на сегодня все. Всем добра и позитива.